32-летняя Настя Каменских решилась на эксперимент со своей внешностью. Супруга Потапа покрасила волосы в огненно-красный цвет. В таком ярком образе она появилась на съемках украинского шоу «Ха-фактор». Певица надела ультраоткровенное красное кожаное мини-платье с пышными рукавами и глубоким декольте. Артистка появилась в студии в наряде одинакового цвета с другой судьей, певицей Олей Поляковой. Девушки признались, что выбор расцветки наряда обусловлен страстной атмосферой, которая будет царить в студии. Артистки шутили друг над другом. Оля заметила, что Настя словно опустила голову в борщ. «Главное, чтобы его не съел Потап», – парировала Каменских. Во время перерыва судьи нежно поцеловались в губы, чтобы развеять слухи о своей вражде. Поклонники оценили бьюти-преображение Насти Каменских. «Бомба-ракета, конечно, супер, как всегда, шикарная. Бомбита. Очень круто, честно, не узнать», – написали фолловеры. Недавно Настя Каменских в изумрудном платье стала королевой вечера. Певица страстно целовалась с мужем на публике. Звезда показала свою красавицу-маму.